No problem. Can you say something to me? No, yet. Still small. This is about nine months. Only catching the mouses, no? No, mouses. I just give them like small chickens, right? Small chickens, yeah. I buy that for the not for it. Is it expensive for one? No, just about 100 euros. 150? It's about 9 months. What do you do with it? Just fly it, and comes back, yeah. Mm. Okay. Very nice. Okay, thank you. Bye-bye. See you, love. Это сова, да? Он разводит. А он их разводит еще? Молодец. Нормально. За 150 евро вот такой вот молодая, маленькая. Сову можно купить. Она маленькая. Да, она еще не ловит мышей. Маленькая, 9 месяцев. Ничего себе. Такая спокойная она такая, да? Ну да, спокойная. А где он их, как он разводит их, интересно? На совинской разводиловке? Ага. Но он здоровенький, несмотря на то, что типа маленький. Я вообще думал, это попугай сначала. Так, друзья, находимся на Мальте. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.